Мы уже снимаем? Да, все. Всем моим зрителям огромный привет! Меня зовут Яна Ройл, и если вы смотрите это видео, значит, вы находитесь на моем канале. Сегодня я снимаю не одна, со мной сегодня в компании моя сестра Влада. Всем привет! Решили снять для вас видео, пробуя американские вкусняшки. Я в Америке набрала очень много всего самого вкусного и всего самого популярного, и сегодня мы проверим, каково это на вкус. Да, то есть все эти вкусняшки мы еще не пробовали, мы при вас будем их открывать и пробовать. Тем временем прошло уже 5 дней с моего приезда, и представляете, какая сила воли у нас, что мы еще ни одну вкусняшку не открыли. Если вам интересно посмотреть, какие именно вкусняшки мы будем пробовать, наши рекомендации, может быть, или наоборот, что нам не понравилось, то продолжайте смотреть это видео. Если вам интересно на меня посмотреть, то продолжайте смотреть это видео. Что я здесь редкий гость, но во влогах вы меня встречаете. Ну что, поехали? Так, чтобы вы понимали, у нас здесь такие разные вкусняшки, между собой совершенно не похожи. И органические, и неорганические. Какие еще? Да, органических нету. Ну, чуть-чуть. Нет. Ну. Только вот так. И там. Вот. Ну ладно, потом. И сладкие, и какие еще? И нейтрально вкусовые. И острые, то есть. Все будем пробовать, и взрывающиеся. Нет? Не это, другая там взрывающаяся, да. То есть все мы вам покажем сейчас, и оставайтесь с нами. Так, ну что, кто первый начнет? Думаю, я возьму первое. Ну давай, раз я ей все-таки привезла их, пусть она и выбирает. Оп. А, то есть ты даже смотреть не будешь, что берешь? А, ну не знаю. Ну ладно, давай не будем смотреть. Окей. О, ты специально целилась, наверное. Это все. Это моя любовь. Это острый читос Flaming Hot. У нас читос не продается, и мы всегда очень любим покупать за границей читос, особенно если он Flaming Hot. Ты его уже пробовала когда-нибудь? А, ну да, по-моему, в Италии мне брала. Кажется, тоже один раз нет, в Эмиратах, да, пробовала. Так что открываем. О боже, они... Да, ну, не знаешь, что они просто... Пробуем. Не хард. Нет, ход. Но не флейминг. Ну, по сравнению с другими, очень острые. Ну, пойдет. С другими чипсами. Восторг. Ты помнишь, что мы такое пробуем? Да. Мы просто дорвались, называется. Все. Чтобы вы понимали, это сегодня наш первый прием пищи. Мы встали, сразу начали снимать, пока светло, поэтому голодные. Очень классные, очень. Прям рекомендую. Хотик. Next one. Влада не смотрит и достает. О, смотрите, это Oreo. Golden Oreo. Golden Oreo, то есть они какие-то необычные. А, они просто Oreo, Oreo mini, они маленькие. Такие. Маленькие и беленькие. И белая глазурь, и белая оболочка. О, как очень вкусно. Так кремом пахнет, прям Oreo, Oreo. Они маленькие, очень. Влада тоже ничего этого не пробовала. Они немножко... Рассоединились? Ну-ка. Очень вкусно. Я бы такие покупала. У нас продается обычный Oreo в магазинах в Астане. Но я его не покупаю, потому что мне не нравится его вкус. А мне нравится. А вот этот был вообще супер. Я не знаю. Отличий никаких от обычного нет. Мне кажется, что одинаковые. Нет. Окей. Супер. Я опять не смотрю. Смотрите, это теперь мини-Орео. Обычные. У нас такие есть, по-моему, или нет? Ну, мне тоже кажется, что я, по крайней мере, не брала. Обожаю эти милые Орео. Раз, два, три. Вообще никакой разницы. Вот эти тоже вкусные. Большие, значит, мне просто не нравятся. Обожаю Орео. Милкшейк сделать хочу. О, нерц. Смотрите. Так,
У нас их продают в некоторых магазинах, таких как Меломан, Марвин. Открывай. Так, значит, розовый со вкусом клубники, а фиолетовый со вкусом винограда. Угу. Но я никогда их не брала. Я всегда смотрела, но находилось что-то, что я хотела больше. Например, Бенгузлд или что-то еще, коктейль Сникерс, например. А их мы сейчас будем пробовать первый раз. Ты даже не знала, что их у нас продают, да? Вот эти? Да. Нет, не видела. Господи, их они много. Очень сложно открываются. Ну давай как-нибудь. Ага, это две разные упаковки. Вау, что? Прикольно открывается слайд. Раз, два, три. Кисленький виноградик. Да? Угу. Ну просто как конфетки, не знаю. Похоже на детские часы. Не, я покислее. Я сломала. Я ее сломала. Технология крутая, но она просто мне неизвестна. Тут нужно было просто слайд, а я взяла ее, открыла и слайд. Не работает. Ладно, тут не то понятно. Можно скотчем приклеить. Это клубника, да? Клубничку. Клубника. Зашибись. Это копия бусы. Детские бусы. На руках копия. Очень вкусно. Окей. Мы советуем пробовать, наверное? Да, очень вкусно. Классно. Я так хотела их попробовать. Можно я не буду пробовать? Я их переела в карантин. Ну как не будешь? Надо обязательно. Да. Пробуем. Ту-ту-ту-ту-ту. Я просила Владу их привезти. У нас такие же продаются. Пахнет не особо приятно. Это, давай скажем, что это. Это сиуид, да. Это морские водоросли. Морские водоросли. Они сухие, но зажаренные. Зажаренные. Да, и очень вкусные на самом деле. О! Их можно как семечки кушать вообще. Супер. Произведение искусства. Ну что, по одной? Они такие мягкие. Так, раз, два, три. Вкусно. Можешь доесть вот чуть-чуть? Да. Что-то мне стало немного мерзко. Ну, они же как суши. Да. На вкус. Вот из-за этого и мерзко. Ты же любишь суши. Я люблю суши, но мне мерзко их кушать почему-то. Мне вкусно, советую. Я пока не поняла. Не распробовала, наверное, еще. Я даже не думала, что я мне это понравится. Я бы такое не любит. Ну, я попросила. Ура! Это я тоже очень хотела. Кокосовые чипсы. Они очень калорийные. Вот сколько по калориям здесь просто? 90 калорий в порции. Здесь сколько порций? 2 порции. Ну не такие уж они, слушай, и калорийные. Сколько? Тут всего в этой упаковке 180, получается, калорий. Окей. Обычно они более... калорийные. Ну что, как пахнет? Как они выглядят, прикольно. Ой, они какие-то реально dark необычные. Чоколад. Они чоколад. Dark chocolate coated. Покрыты черным шоколадом. Так, ну-ка. Вместе будем пробовать. Раз, два, три. Я ничего не чувствую. Очень вкусно. Это очень нежно. Как Баунти, да? Нет. На вкус может, но... Есть же черный Баунти? Я пробовала. Да, но мне кажется, он такой же. Очень мягко, очень нежно. Оно просто тает во рту. Мы просто пробуем. Но... Непонятная технология, кстати, что именно покрыто. Белая часть покрыта шоколадом, но тут даже вообще она настолько тонкая, что непонятно, да? Ну, чувствуется, как она кокосовая. Очень вкусно. Что я достала следующим? Это паста миндальная. Миндальная. Забыла. Миндальная паста. Масло. Да, масло, да, точно. Кремообразное написано, но это и так понятно. Пахнет приятно, кстати, пахнет прям миндалем. Спасибо. Мы ее уже открывали, но мы с Яной ее не пробовали. Нет, мы не пробовали. Да, только... да. Не мы открыли. Да. Так, давай. Оп.
Она соленая, потому что миндаль. Она очень жирная. Угу. Просто она обволокла весь мой рот. Чтобы вы понимали... 190 калорий. На 2. Per tablespoon. 190 калорий в двух маленьких ложках. Офигеть. Это серьезно? My God. Хочешь сказать 33 грамма в двух чайных ложках? Угу. Ребят, она же очень тяжелая. 190 калорий в двух вот этих ложках. Мы на двоих только что съели 190 калорий. А, ну я меньше, я половинка. Это просто настолько калорийная тема, просто жесть. Но прикольная. Не знаю, с чем ее просто так же не едят. На тост. На тост, да. На хлеб. Это все правильно, мама. Опять кокосовая штука. Угу, батончик. А, кокосовая миндальная. Угу. В общем, вот. Ну что, давай. О, тут два батончика. Ну давай пополам его, а то слишком много будет. Пахнет уже как баунти, мне кажется. А. Хотела я себе поменьше. Но... А, я не видела. Та-да-да. Там орешек. Вкусно. Баунти с миндалем. Окей. The next one. Батончики пошли в ход. Три мушкетера. Три мушкетера. Тут тоже две плиточки. Порции. Две порции. Оп. Вау, как она выглядит прикольно. Это Марс. Это Марс. Хотела про желание сказать. Очень похоже на Марс. Вкусно. Очень вкусно. Угу. Слушай, дай воды, а? А вот это как раз-таки те самые взрывалки, про которые я говорила. Так, как бы ее открыть? Ну как, по линии. Там линия должна быть. Вот и линия. Они со вкусом cotton candy, ребят, сладкой ваты. Сладкая вата. Сладкая вата, но... Вата. Не пахнет. Пахнет химозой. Ну, чем-то сладким пахнет. Ну, держи. Ого, так много не надо. Ой, они разноцветные. А что так много? А, они уже взрываются, кушай. Они взрываются уже. Вы слышите этот звук? Слышите? Зашибись. До сих пор во рту взрывается. Так, я достаю. Так, ты следующая. Самое любимое открывает. Кстати, это Лейс тоже со вкусом Flaming Hot. То есть они сейчас тоже будут, наверное, мы такого... Мы просто все очень любим острое, у нас острое ничего не продается, потому что все Flaming Hot. Пахнет безупречно. О май гад. Смотрите, какая милаха. Раз, два, три. Как будто бы со вкусом табаско. Очень остро. Вот это остро. Очень вкусно. Рекомендуем. Достала нам кольца. Так, видно, да? Видно. Тебе зеленые. Я накануне, когда отправилась в Америку, посмотрела видос, пробуем американские сладости, и там было именно это кольцо. Ну и раз уже она популярна, я решила взять. Ну, я думаю, что ничего особенного, только кольцо и чупа-чупс. Какой цвет красивый. Красивый. Тебе на пальчик. Мне не пролазит. Ну, мизинец надела. О!
Так. Раз, два, три. Сломала такая. Я вишню просто не люблю. А у меня что? Яблоко, наверное. Кислый арбуз. У меня вишня, вишневый ягодный. Давай. Это не странно. Вот это не ставишь себе. У тебя вкусно. У тебя вкусно. Видео не ставишь. Теперь не снимается. Я могу угадать даже по форме, что это. Давай, ты потрогай, если угадаешь. Я уже посмотрела. Ну ладно. Таблерон. Так, окей. Маленький. Мы всегда ели большой, Влада тут решила маленький привезти. Ой, а зачем тащить гигантский таблерон, если столько много сладостей? Так, дай, дай, дай. Швейцарский молочный шоколад с медом и нугой. А, опять забыла, как по-русски. Масло вот это. Пинат. Нет. Миндальное, я забываю это слово. Ой, очень вкусно. Вкусно, но я никогда не любила таблерон. Там вот эти вот частички. Чего они? Ну, неприятно так, на зубах. А мне нравится прям. Ну, не то чтобы остается, но просто кушать не очень неприятно. Вкусненько. Ну что, настало время для второго масла, которое я тоже привезла. Больная тащила два масла. Это более распространенное у нас, хотя я тоже у нас не встречала. Но говорят, в Астане продается. Какое? Peanut butter. Блин, ну конечно продается. Помнишь, я делала на кукинг эти? Да. Это арахисовая паста. Самая настоящая, она тоже парф, кстати говоря, как, ну, супер вегетариан. Мы еще, кстати, не открывали. О, видите, запакованная. Так что никто еще вообще так, не пробовал. Тут бирочка Trader Joe's, это органический магазин. Ту-ту-ту. О, она жидкая. Да ты че? То есть прям масло. Пробуем. Вкусняшку. О, какой жидко. Так. Оно не сладкое. Ну, не должно быть сладким. Да ну. Но очень жирное. Опять. Тогда хорошо, что я купила еще и миндальное масло, что оно мне больше нравится, чем вот это. Оно очень жирное. Вот смотрите, опять же, для сравнения, 190 калорий. Тейблспун. Да, в двух. Где это написано? Здесь нигде не написано. Поэтому, если вам интересно посмотреть это видео на нашу реакцию, если вам интересно на меня посмотреть. Влада, ты можешь громче говорить, а то у меня микрофон, а ты будешь как унылое говно. Нет, это ты не убирай. Ну тогда еще раз давай. Нет, все должно быть естественно, я не хочу второй раз это делать. Ну мы уже, видишь, перебились. Ну сорки ты смонтируешь. Да не смонтирую я, же начинала говорить, и ты это опять меня перебила, как всегда. Ложки положи. Как хорошо, когда есть ассистент. Нет, ты положи на стол. Пожалуйста, аккуратно открывай, чтобы я еще что-нибудь сфоткала. Блин, это я просто затупила по-жесткому. Твои проблемы, да.